Эмбер, робот Эмбер, вы на дежурстве? О, нет, кто-то поранился. Правильно, девочки. Робот Эмбер поможет плачущей машинке, а Эмбер пока отправится на вызов. Стойте, пострадавший доктор Зиг? Осторожно, робот Эмбер, это ловушка. О, нет. Доктор Зиг контролирует разум робота Эмбер. Берегись, супергрузовик. Доктор Зиг контролирует разум робота Эмбер. О, нет. Робот Эмбер толкнула Джона, и теперь он увяз в цементе. Что ж, разберемся с роботом Эмбер позже. Сначала освободим Джона из цемента. Отбойный молоток – то, что нужно, чтобы разбить цемент. Умница, супергрузовик! Джон снова на свободе! Что это было? Супергрузовик, скорее! Теперь в опасности Уолтер! Это робот Эмбер сделала? Тебе нужно остановить робота Эмбер, пока она не натворила еще больше бед. Ты что-то заметил, супергрузовик? Там доктор Зиг. И у него пульт управления роботом Эмбер. Супергрузовик, нужно сломать этот пульт управления, пока робот Эмбер не обидела других жителей города. Стой, я не имел в виду врезаться в него, супергрузовик. Тормози, супергрузовик. Фух, ты действительно меня испугал. Я понял, ты просто хотел напугать доктора Зига, чтобы он выронил пульт. Отличный план, супергрузовик. О, нет, что случилось с роботом Эмбер? Она потеряла контроль. Супергрузовик, нужно ее остановить. Я думаю, в этот раз нужно воспользоваться СТ-3000. Хорошая идея. Ты сможешь остановить робота Эмбер с помощью буксировочного троса. В яблочко! А теперь притормози, чтобы остановить ее! Давай, супергрузовик! Ты сможешь ее остановить! Вот это да! У тебя получилось, супергрузовик! Отвезем ее в мастерскую Тома, чтобы он ее починил. Пытаешься сбежать, доктор Зиг? Даже не думай об этом. Что ж, Эмбер, хорошенько позаботься об этом пациенте. Похоже, доктор Зиг на своей шкуре отведал свои проказы. Ты в порядке, Карл? Похоже, кому-то нужен супергрузовик. Поторопись. Прошлой ночью в автомобильном городе был сильный шторм. Деревья попадали и заблокировали дороги. А тем временем Билли и Эдна делают бетон, и им нужна вода. Фрэнк собирался доставить ребятам воду, но он не может этого сделать из-за пробок на дорогах.
супергрузовик. Тебе нужно быстро доставить воду на стройплощадку. Привет, ребята! Супергрузовик уже здесь. Но движение настолько плохое, что невозможно вовремя доставить воду на стройку. Что будешь делать, супергрузовик? Что это, Бобби? Контейнер для воды. Отлично! Ты можешь передать его супергрузовику, и он доставит воду на стройплощадку. Но ему все равно придется пробраться через пробки на дорогах. Верно, супергрузовик, время трансформироваться! Суперпоезд! Здорово! Теперь ты готов к работе! Спасибо, Бобби! Увидимся позже, Фрэнк! Не получается, суперпоезд. Деревья слишком тяжелые. Ты прав. Нам нужно прорубить проезд через эти деревья. Лазер? Конечно! Он справится с этой работой в кратчайшие сроки. Ого! Этот лазер такой мощный! Ха-ха! Как в фильмах «Звездные войны». Берегись, суперпоезд! Это большое дерево, вероятно, упадет! Совсем близко! Чуть-чуть и на тебя бы упало! Хорошо! Давай теперь доставим воду на стройку! Строительная бригада! Супергрузовик здесь, чтобы помочь вам! Быстрее! Нам нужно добавить воду! Да! Получилось! Вот это да! Так вот для чего был нужен этот бетон! Гигантская кегля для боулинга! Да, супергрузовик, мне тоже интересно, что строительная бригада собирается с ней делать. Вау! Это была самая большая кегля для боулинга и самый сильный удар, который я когда-либо видел. Ха-ха! Увидимся в следующий раз, друзья. Привет, Джерри. Пытаешься побить рекорд скорости? Ничего страшного, что ты не такой быстрый, Бен. Зато ты умеешь делать много других полезных вещей. Ты хочешь еще одну гонку? Бен, что это? Ты взял энергетическую установку из городской ратуши? Она не предназначена для тебя, Бен. Это опасно. Сними ее. О, нет. Карл, у нас проблема. Бен взял энергетическую установку и теперь не может остановиться. Она слишком мощная для него.
Карла. Карл, Бен едет слишком быстро. В кого ты трансформируешься, чтобы поймать его? Осторожно, супергрузовик! Карл, тебе нужно остановить его любой ценой. Он едет прямо на разведенный мост. Он упадет в канал. Бен, берегись! Мост разведен! Карл, тебе нужна помощь. Воспользуйся СТ-3000. Наними. Люк? Здорово! Без паники, Бен. Карл тянет тебя обратно, так что ты не успеешь доехать до моста. Фух, и мост как раз закрылся. Ой-ой, сделай что-нибудь, супергрузовик. Ого, берегись! Вот это да! Мичуму. Капа. Ух ты! Хорошее приземление! Теперь ты в безопасности, Бен. Спасибо тебе, супергрузовик. Ты спас этот город. Привет, Массимо. Я думаю, ты очень рад Черной пятнице. О, нет, это безумие. Нам нужен супергрузовик. Ха-ха-ха! Вкуснятина! Карл, Массимо, нужна твоя помощь! Скорее! Супергрузовик, тебе нужно остановить этот беспорядок. Mm-hmm.
Ага. Как хорошо, ты снова пришел в себя, Марли. Ага. Марли, тебя будто загипнотизировали. Ты что-нибудь помнишь? Сегодня Черная пятница. Ты тоже можешь купить себе новые шины. Все верно, Марли. Эти шины как раз для тебя. Массимо не может поднять Марли, чтобы поменять ему колеса. Супергрузовик, поможешь ему? Кран. Замечательная идея, супергрузовик. Отличная работа, ребята. Спасибо тебе, супергрузовик. Ты снова нас выручил.